Всех приветствую. У нас сегодня опять питончик. И мы с вами плавно смигрировали с первой половины семестра во вторую, в которой, второй половине, мы будем изучать средства, инструментальные средства разработки питона разнообразные. Вот. И сегодня у нас разговор про стиль программирования, комментарии, строки документации, докстрингс и вот это вот все. Прежде чем начать тыкать во всякие ссылочки, коих тут у меня много, вот, хочу с чуть-чуть бла-бла. Значит, дело в том, что не знаю, как сейчас, возможно, сейчас это стало получше с этим пониманием. На заре становления открытой разработки, именно открытой разработки, отношение к дисциплине разработки, дисциплине оформления и ведения кода было очень партизанским у народа. Вот. Считалось, что жесткая дисциплина или вообще введение дисциплины на оформление кода и на разработку – это такая прерогатива корпоративных разработческих команд, вот, которая нужна для повышения индекса управляемости, бла-бла-бла-бла-бла-бла. И очень многие люди, видя хоть какое-то проявление собственной дисциплины, начинали поднимать кипиш, на нашу свободу наезжает, вот это все. Я думаю, что некоторые из вас помнят, что таким нападкам подвергался даже язык программирования Python. А кто не помнит, тот будет слегка удивлен. Знаете, за что? За значащие отступы. То есть я, хакер Вася Пупкин, привык писать, как мне в голову взбредет, это мне так лучше всего, мне так уютнее, а значит, ваше форматирование отступом от наступления на мою хакерскую свободу, вот, значит, как так вообще, кто ж так делает? Вот. В действительности, в свободных сообществах, то есть в случае разработки команды, в особенности, если эта команда... Андрей сразу спрашивает, так может быть именно поэтому Python так любят в компаниях? Нет. Стандарты на оформление кода и стандарты на разработку лучше всего разработаны в языке программирования Java. Язык программирования Java изначально разрабатывался как язык для интерпрайза, и в нем очень много для такого вот стабильного, подтверждаемого ведения программистского бизнеса очень много приделано поверх собственного языка. Вот. Python в этом смысле намного более разгильдяйский, намного более гибкий, и за это мы его и любим. Вот. Так что нет, я как раз хотел сказать, что главная идея дисциплины разработки вовсе не бюрократия и не управляемость. У дисциплины разработки есть два важных аспекта. У акта принятия или у самой дисциплины разработки есть два важных аспекта. Первый, совершенно очевидный, технологический. Если вы работаете в команде, это значит, что у вас мозги у всех в команде работают по-разному, особенно если команда многонациональная, потому что культурные особенности, культурные языковые особенности накладывают на особенности использования языка. Вы когда-нибудь пробовали работать в одной программистской команде с венграми? Ну, венгерский язык один из самых сложных. Вот, из популярных языков разговора, один из самых сложных, контекстно обусловленный. Вот, и поэтому венгерским программистам особенно интересно вот, в среде, значит, нас, простых смертных. И наоборот. Вот, так вот, значит, первое, обе главные, первая роль дисциплины разработки – это то, что, собственно, написано черным по белому в Python Zen readability counts. С индусами это вопрос не языковой. С индусами это вопрос скорее, как это, очень верный, преданный, буду работать зажрат. Проблема стоит в том, что Индия очень многонаселенная страна с очень малым предложением по работе, и дисциплина разработчиков так получилось, только не индусов, а индийцев. Дисциплина разработчиков, приходящих из Индии, не только, кстати, из Индии, она устроена таким образом, что он делает все, что ему скажут, а в нашей с нами профессии делать абсолютно все, что тебе скажут, это равносильно итальянской забастовке. Да? Надо всегда чуть-чуть перетранслировать и делать так, как тебе кажется правильным, а не так, как тебе сказали. Вот.
Обратное тоже плохо, когда тебе сказали одно, ты делаешь другое. Но вот какой-то баланс, и статистически как раз и разработчики из Индии этот баланс выдерживают немножко в другую сторону. Вот. Но это совершенно автопик. Во. А вот человек, который любит венгерскую нотацию, как-нибудь пообщайтесь со мной в чатике или, по крайней мере, почитайте историю венгерской нотации. Давайте мы тоже про это поговорим, благо это одна из тем сегодняшнего разговора. Венгерская нотация – это была такая история в развитии программирования на C++, если мне не изменяет память, вот, при которой как раз один из тимлидов в компании Microsoft, ведущий разработчик, решил, что языку программирования C++ не хватает семантической привязки, исходного кода к тому, что делает программа. Именно семантической. То есть, смотрите, вот у вас есть условно, кстати, может быть и синий C++. Вот у вас есть условно указатель типа чар-звездочка. И потому, что он чар-звездочка, очевидно, видно, что это место, где будут лежать какие-то символы. Байты там, ну или... Да? Или у вас есть там указатель там int звездочка звездочка, да, это означает, что это указатель на там int. Понятное дело, что по такому описанию, если это не класс, в котором прям тип класса указан, очень сложно угадать, в какой роли, то есть какой смысл, то есть какую семантику имеет соответствующий идентификатор в вашей программе. Он просто указатель на char, все. Поэтому этот человек, забыл его фамилию, придумал, что отсутствующую в C++ семантику можно упихивать в имена переменных. То есть разработать некий классификатор назначений ваших переменных и это самое назначение впихивать в качестве одного из фрагментов имени переменных. То есть вместо char-звездочка вы пишете что-то типа cbuffer, подчеркивание и дальше имя переменное. cbuffer в данном случае означает, что данный char-звездочка используется в качестве буферизации, для буферизации. Вот. То есть его применение соответствует там такому-то дизайн-паттерну, в котором называется буфер. Или вы говорите там что-нибудь типа не знаю, constring, да, константная строка. Это означает, что ваш чар-звездочка не просто чар-звездочка, а указатель на константную строку. Вот тут Маркизио погуглил и нашел фамилию Чарльз Симони, очень может быть. Я, правда, не помню, сейчас гуглить не буду, я интересна сама история. Поскольку он был венгром, этот человек, идея контекстной обусловленности использования идентификаторов у него была прямо в крови языковая. Вот, совершенно справедливо. Но это не сработало в масштабах Microsoft, потому что человек, который не является венгром, а таковыми были большинство менеджеров, которые управляли тогдашними лабораториями разработок, не в состоянии были постичь концепцию контекстной обусловленности и семантического маркирования переменных, и в подавляющем большинстве случаев дисциплина оформления переменных в случае венгерской нотации превратилась в повторение типа переменной, в имени переменной. Char подчеркивание, это самое имя, string подчеркивание имя. И это, разумеется, абсолютно бессмысленное требование, потому что тип переменной объявлен в объявлении переменной. Поэтому, дорогой Алексей, если у вас балаган с типами, именно с типами, используйте хинты, и будет вам счастье. В питоне есть для этого аннотации, они же хинты. Именно для этого они есть, они очень крутые. Посмотрите прошлогоднюю лекцию по MyPy, вплоть до того, что полная статическая типизация возможна. Назначение венгерской нотации – это семантическая разметка, то бишь описание смысла, описание применения ваших переменных в случае, если таковая в вашем проекте вообще имеется. То есть, если вы, например, следуете Design Patterns, в Design Patterns есть стандартные наименования для соответствующих классов, вот тогда
венгерской нотации, она как раз хороша. Вот вы меня, значит, купили венгерской нотацией. Имейте в виду, что в 90% случаев вместо нее используют абсолютно бессмысленный костыль. Он же повторение типа переменных в имени переменных. Ну, в общем, это, конечно, бред. Да. Так вот, возвращаясь к дисциплине разработки. Разумеется, это не только венгерская нотация, но и куча всего. Мы одним глазом заглянем в PEP8, но изучать его досконально не будем. Главная техническая роль состоит в том, чтобы ваши коллеги и вы выработали некоторый единый способ оформления вашего исходных текстов, чтобы чтение глазками этих исходных текстов не причиняло боль, а во многих местах было предугаданным, да? Мы знаем, что профессиональная деятельность, она строится на доведении некоторых атомарных операций до автоматизма. Вот ваше чтение исходного текста ваших программ должно быть доведено до автоматизма, и единый стиль оформления в этом очень помогает. Продолжая техническую роль, единый стиль оформления помогает в случае, если вы хардините вашу разработку какими-то чекерами, как мы будем делать, кстати. Вот. То есть он помогает не совершать классических ошибок или не делать классических недочетов, просто на автомате. В-третьих, иногда, ну я бы даже сказал часто, в дисциплину разработки входят не только требования к оформлению, но и требования не использовать какие-то конкретные конструкции. Это чаще относится к non-safe языкам программирования с открытой моделью памяти вроде C и C++. Вот. Но, в общем, в Python, наверное, тоже можно придумать какие-то unsafe конструкции, которые, если вы хотите соблюсти повышенную надежность, да, захардинить процесс разработки, эти конструкции надо избегать, а вместо них использовать другие. Но немаловажная и вторая роль дисциплины разработки – социальная. Если не пытаться ощущать дисциплину как меру послушания, что, в общем, на мой взгляд, бред по определению, а ощущать дисциплину как меру ответственности, то есть некую декларацию о намерениях, да, то поддержка дисциплины, принятой в сообществе дисциплины разработки, это ваше заявление о том, что вы вступаете в это сообщество, согласны следовать его нормам. Вот. И фактически такой social контракт, ну, нигде явно не написанный, да, но вот. И ощущается ваше участие в разработке именно так. Предположим, у вас есть проект, в котором четко прописана какая-то дисциплина, сложная, несложная, совсем простая. И к вам в проект постоянно ломится чувак, который вечно эту дисциплину разработки нарушает. Он сообществом воспринимается как чужак, как человек, который не желает брать на себя этот social контракт, и уровень его ответственности оценивается соответственно. И наоборот, да, поддерживая некую дисциплину разработки, вы мало того, что гарантируете удобство вашим коллегам, вы еще и тем самым демонстрируете свои намерения участвовать в комьюнити вот таким вот образом. Теперь, собственно, относительно дисциплин оформления мы сделаем паузу. У нас будет дальше в конце примеры нескольких дисциплин. А пойдем к классике. Классика состоит в том, что в 2001 году, то есть примерно тогда же, когда Гвидо вообще придумал сам факт пепов, один из первых пепов, пеп номер 8, были рассуждения Гвидо относительно того, как по-хорошему должен выглядеть и не должен выглядеть код. Пеп немалый. Он посвящен разным ипостасям оформлений. Ну, разумеется, много сказано про пробелы. Много сказано про комментарии. Много сказано про вертикальные пробелы. Почему нету? Есть PEP7? Кто вам сказал, что нету PEP7? Давай посмотрим. Тут меня Андрей спрашивает, нет ли PEP7. Да есть PEP7. Как программировать на C? Не забываем, что Python написан на C, и прежде чем написать
стайл-гайд, как программировать на питоне, Гвид написал стайл-гайд, как программировать на C. Тоже, кстати, очень интересное чтение, надо сказать. Да? Надо будет мне его перечитать, я давно читал. Я тут расхваливаю питона, как питона, Гвида как C-программиста, а тут оказывается, я уж совершенно забыл, что у него есть стайл-гайд прекрасный. Одним из первых, я же не сказал самый первый. Очень много посвящено соображений относительно того, как использовать, значит, naming convention, как использовать наименование. Кстати сказать, согласно PEP8, венгерская нотация в питоне запрещена. Вот. Почему она запрещена, я уже говорил. Нет, я соврал. Нету слова Hungarian notation, поэтому, видимо, напрямую она не запрещена. Ну вот, счастье. Вот. Главная идея стоит в том, что венгерская нотация — это инструмент картирования ваших объектов согласно их назначению, а вовсе не вписывание типа в имя переменной, что, в общем, сугубая глупость. Тем более при наличии хинтов. Вот. Ну и какие-то, значит, интересные рекомендации. Кстати сказать, появились рекомендации по аннотациям. Они, разумеется, тоже входят в naming, в style guide, но обратите внимание, это чисто синтаксические, чисто даже лексические рекомендации, там количество пробелов, вот такие вот штуки. Вот. В общем, PEP8. Есть очень неплохой перевод, кажется, более старой версии. Да, реально более старой версии. Боюсь, что его уже нету. Давайте посмотрим. Очень плохо. Мне кажется, если я сейчас приду, там будет какая-нибудь реклама. Да, какая жалость. А хороший был текст, надо было его сохранить. Давайте я запишу, что надо поискать этот перевод Вебарчев и куда-нибудь его вернуть. Хороший был текст. Видимо, сайт pep8.ru исчез. А жалко. Вот. Алексей. Ладно. Мне кажется, это не смешно. Это что касаемо оформления кода. Еще раз, я, наверное, перед настолько квалифицированной аудиторией, как здесь, не буду досконально проверять и пересказывать этот самый PEP8. Там везде есть рационализация, там везде есть объяснение, почему так, а не иначе. Вот. С вашего позволения, я вас отошлю почитать его самостоятельно. Если я после лекции найду где-нибудь вот этот русский перевод, который я признал хорошим, годным, я его тоже пришлю. И здесь вот опубликую. На самом деле, Style Guide есть классический, то бишь входящий в рекомендации самих разработчиков Python не только на оформление кода, но и на оформление докстрингов. Он тоже, как видите, достаточно древний, все того же 2001 года. Вот. Он абсолютно не жесткий. Вот. Но тем не менее, какие-то гайдлайны в нем есть. Вот. Главный гайдлайн такой же, как если вы... ежели вы. Мы же с вами в одном и том же курсе. Короче, такой же примерно, как в Гите. Да? Значит, когда вы пишете строку документации, она может быть однострочная. Вот. Или многострочная. Многострочная, первая строка короткая. Короткое описание. Все остальные строки – длинное описание. Длинное описание может содержать в себе краткое пояснение, что происходит. Длинное описание может содержать в себе описание того, какой смысл у переменных, потому что даже если у нас есть хинты, то было бы неплохо написать, что эти переменные значат, да, и для чего они используются. Вот. Вообще говоря, здесь же обычно описываются и возвращаемые значения. Когда мы с вами будем говорить про документирование исходного кода, прямо документирование, мы поговорим про более четкие дисциплины оформления именно технической документации внутри докстринга в том числе. Вот. А пока что, видите, PEP 257, он вполне такой. Вот, тут, кстати, это докутилось. Вот, значит, обратите внимание на то, что оформление именно докстрингов — это довольно ответственная штука, потому что
мы помним, что PDoc и просто help из Python нам выводят именно эти докстринги. Поэтому их читаемость, вспоминаем, readability counts, их читаемость – это очень важная вещь, и, соответственно, когда вы все это пишете, будьте готовы. Вот. Давайте, наверное, мы… Тут народ уже затеял разговор про C++ в чатике. Это значит, что мое бла-бла неинтересно. Давайте мы тогда к бла-бла вернемся чуть позже, а пока посмотрим, что у нас есть, на предмет анализаторов, форматеров и вообще на предмет оформления кода. Есть целое сообщество. Уже нету. Сейчас давайте еще раз сходим. Было. Интересно, почему здесь старая версия про этого. Сейчас, секунду. Есть целое сообщество, которое называется... Да что ж ты будешь делать? Python Code Quality Authority. Это сообщество, надо сказать, не всеохватное. Это вам не пыпа, в котором участвуют практически все. Про то, что они не всеохватны, мы тоже почитаем. Но, тем не менее, это вполне себе инициативные люди, которые под свои крыши собирают разные проекты, призванные контролировать, ну, как бы проверять, улучшать, хардинить Python Code Quality. Вот. Под крылом этого самого ПЦКУА, ПЦКУА, не знаю, как это произносится, ПСИКа, хрен знает. Вот, под крылом этого сообщества находится довольно много проектов. Вот, вот давайте мы их упорядочим по Last Updated, да, вот на первой страничке, там 19-й уже год, ну вот, видимо, те, которые с 21-го года обновленные, вот это вот все будем считать свежими проектами. Каждый из которых решает одну конкретную задачу или является агрегатором. В общем, удобная штука. Многие из инструментов, которыми мы с вами будем пользоваться в проекте, собственно, требования к проекту реализовывать, как раз из этого ПЦКУА и растут. Основной инструмент, скажем так, базовый инструмент, на который обычно ссылаются, когда говорят про инструментарий проверки качества кода, это штука, которая называется Flake 8. Flake 8, значит, маленькое отступление. В теме, в плане лекции, вот эти все ссылки даны через PyPy, через PuPy. В принципе, можно было сразу делать ссылку на домашнюю страницу проекта, но ссылки через PuPy, несмотря на то, что это один лишний клик, позволяют нам заглянуть на PuPy и посмотреть, насколько разработчики данного проекта заморочились, чтобы у них была хорошая дескриптивная страничка на PuPy. Вот эта замороченность авторов сигнализирует о том, что проект живой, люди озабочены коммуникацией с окружающим миром, а это тема нашего сегодняшнего разговора. Поэтому вот. Да, значит, этот проект называется Flake 8. Он представляет собой на самом деле универсальный инструментарий по проверке исходного кода Python на многих. Туда можно делать плагины. К Flake 8 можно делать плагины и заставлять его проверять еще всякие интересные штуки. Вот, соответственно, Flakes, да, вот тут говорится, что используются три модуля: Flakes, CodeStyle и Script. Flakes – это штука, которая выявляет некоторый дизайн флоу, вот, типа повторного использования имен переменных или, значит, присваивания перемен собой себе или каких-то таких штук. PCodeStyle – это фактически контроль за исполнением APEP 8. Вот. А вот эта штука, Maccabi, это такой примитивный контроль сложности кода. То есть, если вы написали программу в столбик, у вас 100-500 строчек, Maccabi вам скажет: слушайте, так, в общем, на Python не пишут, сделайте функции. Или у вас есть там 115 уровней вложенности циклов, в общем, Maccabi вас тоже обругает. Примерно так. Вот. Как этим пользоваться? Раз уж мы, значит, я начал разговаривать, то есть я отвлекся от бла-бла и привлекся вот сюда, как этим пользоваться? Так, значит,
Тут у меня много всякого текста на питоне. Сейчас мы удалим результаты моих экспериментов. И это мы так сделаем. Тек. И тек. На семинарах я прорекламировал, а здесь, кажется, не прорекламировал один инструмент, который называется Pipenv, в сторону которого я сделаю маленькое отступление. Черт, надо быстрее. Pipenv, как следует из названия, это одновременно pip и venv. Вот, это творение сумрачного тевтонского гения, сейчас скажу, как его зовут. Кеннет Райтс его зовут. Ну, тевтонский, не тевтонский, как обычно из Америки, но тем не менее он Кеннет Райтс. Вот. Семинары — это практикум по разработке, который проходит на факультете, бипку, дорогой. Вот. Да, значит, это этот самый Кеннет Райтс. Да, верните мне мой Pipenv. Этот самый Кеннет Райтс. Автор нескольких продуктов for humans, вот таких самых, в которых он делает все очень удобно, за исключением того, что иногда оно неудобно. Вот. То есть для того, чтобы пользоваться тем... У него реально очень интересные и такие прям хорошие for humans, видите? У него и реквесты for humans есть, и, значит, datetime for humans, и еще чего, и SQL for humans. Даже git for humans есть на питоне. Вот. Просьба относиться к этому с осторожностью. Это такой типичный пример такого вот настоящего питониста со всеми положительными и отрицательными свойствами данного персонажа. Отрицательные свойства питонистов мы сегодня еще будем обсуждать в нашем разговоре, но чуть позже. Итак, Pipenv. Это такой venv, но for humans. Сейчас покажу, что Кеннет Райтс считает humans'ами. Мы говорим, заходим в каталог. Произвольно. Говорим Pipenv shell. Pipenv shell. Pipenv я уже поставил. Pip install Pipenv, всем хорошо. После некоторого разноцветного трэша, первый звоночек, да, разноцветный трэш, это всегда значит, что человек не заморачивается над тем, что это будет, например, скриптовано. Мы обнаруживаем, что мы сразу уже вошли в этот самый shell, что у нас теперь... Pip-лист содержит три пакета. Короче, мы одновременно вошли в venv, вот, но с одним исключением. Вся инфраструктура, lib, bin, вот scripts, вся вот эта вот машинерия, которая обычно у нас в virtualenv, venv лежит рядом, лежит не рядом, а черт знает где, вот здесь. Чем это удобно? Если вы делаете Pipenv shell для своего проекта, ваш проект не замусывается вот этим всем. В вашем проекте откладываются только один или два файла, которые называются pip-файл. И в этом pip-файле, он похож на requirements.txt, в этом pip-файле, собственно, отложено, какие файлы вы поустанавливали. Более того, мы об этом будем говорить позже, сейчас мы только это затронем. Есть несколько разных стратегий в Pipenv, как отличить модули, которые вы поставили временно, от модулей, которые у вас войдут в зависимости, и так дальше, и так дальше. Вот. Для нас сейчас важно ровно вот это вот свойство, что при использовании Pipenv у вас формируется на стороне виртуальное окружение, а в текущем каталоге ничего не меняется. Итак, поставим Flake 8. Он, правда, кажется, у меня стоит в окружении. Нет, он поставился. Вот, пожалуйста. Как и было сказано, Flake 8 зависит от CodeStyle и Macabre. Да, CodeStyle проверяет CodeStyle, Macabre проверяет сложность кода, а сам Flake 8 ищет флейки. Вот. И мы можем попробовать поанализировать какой-нибудь код из бесконечного имеющегося здесь. Ну, допустим, наш любимый Model Machine, вот, да, на предмет каких-то глюков в нем. А, Model Machine нельзя, там есть генераты, и генераты там неправильно оформлены. Окей, тогда кого-нибудь менее, ну, не знаю, ну, кого тут посмотреть. У меня тут какой-нибудь файл, в котором
есть код, ну, хорошо. Вот. Так. Вот у меня есть файл, который, модуль, который называется argq. Вот. Это такой дешевая пластиковая имитация argv для того, чтобы писать, смотрите, вот в таком стиле программы. ABC равняется argq, значение по умолчанию, формула по умолчанию для третьего этого самого аргумента. Вот. И там даже help по умолчанию еще генерится. Короче, я это написал для того, чтобы делать генераторы тестов для задачки к задачкам по питону. Вот. Шмяк, бряк, там, первый параметр, второй параметр, и вперед. Да? И даже формула, если я здесь напишу по-другому, будет по-другому. Вот. Вот давайте мы ее и почекаем. Тут BibQBiva спрашивает, почему pip, а не pip3. Потому что мы вошли в виртуальное окружение, а в виртуальном окружении, как вы помните, все называется безо всякого 3. pip3 я тоже могу запустить, но будет так же. Да? Потому что, собственно, ради этого virtualenv нужен. Вот, давайте еще раз. Да? Virtualenv нужен ради того, чтобы унифицировать ваше окружение работы с питоном. Никакой виртуальности при этом не происходит. Все прошлой лекции или позапрошлый разговор. Ну, никакой виртуальности при этом не происходит. А происходит что? Происходит просто создание небольшого количества подкаталогов, в котором лежат нужные бинарники. Питончик даже не копируется, а просто симлинкается, смотрите. Да, на тот питончик, с которого мы сделали его. Но главное, что там лежит pip, vil, и они называются pip и vil. Для тех, кому хочется pip3, они еще называются pip3, или там 3.10, да? Но главная идея, что питон теперь называется питон, pip теперь называется pip, vil теперь называется vil, и просто из-за того, что у нас вот это виртуальное окружение находится в $path первом, у нас все работает так, как работает. Питон так задизайнен. Слушайте, это все тема прошлой лекции, ну пожалуйста. Так вот, значит, о чем я? Я о том, что давайте мы теперь попробуем сказать flake 8 кого? Ну, скажем, вот этот argq. Там наверняка должно быть куча ошибок, он писался на вообще на скорую руку, просто вот, ну хорошо, минус error. Оу, что, не ходит? Что, никаких ошибок, что ли? Не может быть. Похоже, что нету ошибок. Удивительное дело. Что я сделал не так, что в нем нет ни одной ошибки? Отстой, давайте найдем кого-нибудь с ошибками. Хорошо, модуль машин, там должны быть... О! Значит, вот смотрите. О, тут дофига, но это понятно, почему она возбудилась на генерат. Это генерат. Вот. Нет, тоже плохо. Давайте еще что-нибудь найдем. Среднее какое-нибудь. О, вот смотрите, вот красиво, хорошо. Значит, что нам говорит Flake 8? Flake 8 нам выдает несколько ерроров, с ее точки зрения это прям ошибки. В действительности это вовсе не ошибки питона, а просто несоответствие pip8. Например, давайте, ща. О, обратите внимание на вот эти красные фиговинки. Эти красные фиговинки, опять отступление, что-то я сегодня полон отступлениями. Эти красные фиговинки мне сгенерировал плагин к Vim, который называется Syntastic. Вот он. Syntastic — это прекрасный плагин к Vim. Там должна быть лошадь. Вот, лошадь. Который позволяет запускать синтаксические чекеры ко всему, что шевелится прямо из-под Vim. И оповещать пользователя Vim о том, что синтаксис не синтаксис. Вот. Это сделал Syntastic. Я могу даже подвести сюда курсорчик и увидеть, что какую... Да, Syntastic мне запустил Flake 8, чтобы было понятно. Да, вот тот же самый expected to blank lines, как и здесь. Просто так виднее, что, собственно, происходит. Ну, он говорит, что, знаете, по pip8 у вас описание класса должно двумя пустыми строчками. О, ну и есть. Тут мне что говорит pip8? White space after, да. Вот. Кстати, там есть интересная тема. Что тебе еще не нравится? А, запятая вот здесь. Запятая. Он еще даже подчеркивает, если видите.
подчеркивает волнистый. Да. А здесь он говорит, нельзя комментировать комментарии без пробелов, чтобы было видно, что вы закомментировали. Так, тут еще не все. Тут пробельчик. Это все, обратите внимание, это все на самом деле претензии Flake 8, которые мне синтастик просто сюда принес. Вот, сейчас мы их все исправим. Тут понятно, две строки, а тут понятно, пустая строка в конце. Та-дам. Я вангую, что сейчас этот файл полностью пройдет Flake 8, в нем не будет ни одной ошибки. Обратите внимание еще раз на то, что это не ошибки, и это нарушение PEP8. Вот, в PEP8 есть довольно интересные, как это сказать, рекомендации, про которые не всегда понятно, зачем они такие, но тем не менее они там есть. Вот, сейчас приведу пример такой интересной рекомендации. Например, как вы думаете, что за ошибка в этой строке, причем не где-нибудь, а в букве L? Правильно, нельзя использовать букву L как имя переменной. Знаете почему? Потому что в некоторых шрифтах она практически идентична цифре 1. Вот я использую шрифт, в который 1 и L спутать невозможно, они очень не похожи. А в некоторых шрифтах это вообще буква в букву. То есть вот L выглядит ну ровно вот так. Вот, короче говоря, вот вам, пожалуйста, фишка, которую лучше бы не... Да нет, не на E, на 1 она похожа. Вот, фишка, которую, например, если у вас нет такой проблемы, можно бы отключить. А фишка отключаемая, Flake 8 конфигурабелен. Давайте мы сходим на сайт Flake 8, почитаем про него. Вот. Вот она, Flake 8. Он конфигурабелен. Давайте мы посмотрим документацию. И вы можете прямо в конфиге отличить. Да, еще и большое, не маленькое бипку, и большое тоже похоже на единицу, тоже нельзя использовать. А, кстати, есть шрифты, например, в macOS, где они не просто похожи, и большое, и маленькое, а прям один в один, прям совсем. Поэтому да. Или на один пиксель отличается. Конфигуринг мне нужен, конфигуринг. О, конфигуринг. Этот комприбьютинг, я хотел конфигуринг. Конфиг. Так, да не кондив. Конфигуринг, вот он. У вас должен быть файл под названием .flake8. Он есть, но в нем вот эта ошибка, какая она там была, не запрещена. E700, видите, вот как конфигурируется Flake 8. Я беру и запрещаю некоторые предупреждения. Вот что это за предупреждение, кстати? 403, 405 и 401. А давайте мы их закомментируем и посмотрим, вдруг после этого у нас возникнут еще какие-то претензии со стороны Flake 8 к нашей программе, они возникли. Смотрите, какая красота. Значит, вот этот конфигурационный файл Flake 8, оказывается, в нем были запрещены ошибки типа F403, 405 и 401. Я его временно закомментировал, и это все расцвело прям буйным цветом. Смотрите, первое. Не используйте from что-то импорт звездочка. На самом деле разумная рекомендация. Просто здесь был пример для лекции по ТК Интер, и эту рекомендацию я здесь. E741. Кстати, мы его можем временно запретить. Сейчас я попробую вспомнить, как это сделать. Там прямо можно в комментарии сказать. Вот. Ща, я найду. Должно быть. Во! Вот. Мы берем и пишем здесь вот
комментарий, в котором пишем no QA. Какая там ошибка была? E741 двоеточие E741. И в конкретно в этой строчке опа, пропадает ошибка. Вот мы хотим, чтобы был L. Да, 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 спасибо, дорогой. Я уже успел найти сам. Вот. Обратите внимание, что после закомментирования вот этого игнора у нас внезапно начались всякие предупреждения, что мы непонятно откуда взяли фрейм. Непонятно откуда взяли фрейм. Ну, понятно, да? Что как только мы разрешили проверку на консистентность namespace, вот, выяснилось, что в нашем namespace фрейм, в общем, не определен. Что он приехал вместе с этой звездочкой, ну и так дальше. Не знаю, к чему относится комментарий Бибку, что это дичь. На самом деле это не дичь, на самом деле так надо. Я запретил вот эти ошибки в этом каталоге именно потому, что там были примеры по ТК-интер простые, в которых я мог в реал-тайме использовать различные объекты из ТК-интера и каждый раз их вот сюда вписывать явно, конечно, было бы тяжело. Вот я именно для этого повыключал некоторые ошибки. Также я подправил ошибку по длине строки. Дело в том, что PEP8, он рассчитан на терминалы прошлого тысячелетия 80x25, и, соответственно, там считается, что размер строки не должен превышать, по-моему, 72, что ли. Ну, понятное дело, что на современных компьютерах ширина строки 72 – это смешно. Вот. Ну, хотя бы 100, там, 120 люди делают. Вот, и это что касается управления объемом ошибок, которые вам выдадутся с помощью конфигурационного файла или прямо непосредственно с помощью инлайновых комментариев вот такого сорта. PEP8. Помимо PEP8, как мы уже говорили, вызывается отдельный PFLAKE, который умеет всякие дизайн флоу вылавливать, но я не придумал вам пример, в котором есть дизайн флоу. И еще этот самый Макабер, только он не Макабер, сейчас я вспомню, как он называется, Макабе, который определяет сложность кода, да. Для этого надо сказать ему flake 8 минус max complexity и потом complexity. И дальше ему сказать этот max complexity, ну скажем, 10, все будет хорошо. А если скажем 32 сказать, тоже все будет хорошо. Окей, а какой бывает? О! Вот, смотрите. Сокращенец тут иронизирует, что для того, чтобы проходил проверку, надо ставить на каждую строчку эту самую NoQA. Да, конечно, но если вы вздумаете защищать этот проект для получения оценки, вам придется аргументировать, зачем вы так сделали передо мной. Вот. Поэтому помните максимум, исключение подтверждает правило. Это максима говорит не о том, что если что, как это, каждое исключение подтверждает, ну, как бы, что что если есть правило, то есть исключение, а наоборот. Если мы ощущаем нечто как исключение и можем аргументировать, почему это исключение важно в данный момент, то это только подтверждает тот факт, что все остальное управляется правилом. Да? Исключение – это значит, что вы признаете правила, а здесь они как бы… неприменимы. Вот. Вот видите, я задрал требования по комплексности аж до 2, и он сказал, знаете, вот у вас тут цикл на 6 элементов, а вы задрали до 2. Ну, с этой точки зрения он too complex. Это Макабер, Макейп вырвался у вас. Ну, еще вот Space Around Arithmetic, но тут есть несколько дисциплин, мы про них чуть-чуть поговорим, если успеем. Альтернатива Flake 8 – это PLint. Вот. PLint – это гораздо более развесистая штука, но тоже очень активно использованная, вот видите, даже в каком-то прям professional support и так дальше, и так дальше. Вот.
Пулин тоже является частью Пусикуа. Вот, у них есть прекрасный, значит, сайтик. И, в общем, вся та же ободяга с пылинтом. Ну ок. Гитхаб-то у них есть. GitHub у них есть. Что сейчас с Polintorg, не знаю, но в общем. А, во. У них есть понятно, они переехали под Pisikua, и, соответственно, часть соревнований у них там. Ну, тоже, в общем, здоровенная такая штука. Вот. Примерно с тем же самым эффектом. Ща. Примерно это вот из нашего пакета вылез, блин, мне он не нужен. Примерно с тем же самым эффектом. Давайте кого-нибудь посмотрим, кого мы там смотрели. О, ArcQ, да? О, задумался. Ну, Плинт, конечно, пожестче к нам отнесся. Как видите, у него более интересный. Вот Флейк ничего нам не сказал, а Пылин прям обозвал нас желтыми земными червями. Вот. С другой стороны, если внимательно посмотреть на то, что на то, как нас обругивает Пылинт, иногда получается, что, ну вот, например, здесь, да, это в какая строчка? 22-я. Сейчас. Да, 22-я. Мне кажется, что он не прав. Вот. Это в чем? В ините 22-я строчка. Да. Что нам говорит Пылинт? Вообще-то вас тут строка приезжает. Строка. Чего вы здесь вот какую-то нолику, думаю, вот это. Прекратите. Не делайте так. Но я-то хочу, чтобы это было именно. А, я знаю, что они хотят. Они хотят вот это. Вот что они хотят. И тогда Пылинт не будет ругаться. О, во, смотрите, мне казалось, что прав я, оказалось, что прав Пылинт. Так что имеет смысл посмотреть и на остальные тоже претензии. Возможно, он опять-таки прав, а я опять-таки нет. А, вот здесь он находит дедлоки. Смотрите, как интересно. Он нашел дедлок, у вас есть рейс, зачем вам эльс? Вот, ну и так дальше. В общем, более мощная штука со всякими пирожками, которая анализирует код. Как видите, он работает довольно долго. Вот. Выводит его рейтинг. Вот. В общем, такое. А еще говорит, а у вас докстринга нету. У вас докстринга нету. Это плохо, говорит он нам. Ну и вот, ну, короче, вот много интересного рассказал мне Пылинт про мой собственный код. Круто. Помимо Пылинта есть еще один более такой развесистый проект. Он называется Black. Вот он. И это очень популярный на сегодняшний день инструмент управления стилем и так дальше. Вот. В первую очередь это форматер, то есть это штука, которая переформатирует ваш текст в нужном формате. Вот. Но, по-моему, он умеет работать и чекером тоже. Давайте попробуем поставить его. Вот. Минус-минус div. Во. Black, минус-минус div. Ну, все тот же многострадальный argq. Вот. Вот, значит, мне приехал хороший годный div файл, в котором написано, что надо использовать не кавычки, не апострофы, а кавычки. Здесь скобочка лишняя. Ну, короче, помимо соблюдения PEP8, а Flake гарантирует, что код, который из-под него выходит, соответствует PEP8.
Ну, вы же видели, что я использую это flag и print в том самом при написании кода в Vim. Почему бы нельзя использовать их в IPython? Посмотрите, у кого-то из них точно есть. У Блэка точно есть. Вот Блэк, он вообще во все влезает. Блэк — это такой специфическая очень штука. Смотрите. С одной стороны, эта штука с бешеной популярностью. Мы посмотрим, насколько она часто используется для работы с питонным кодом. А с другой стороны, это абсолютно питоническая штука, в том смысле, что автор ее такой прям замшелый питонист. Достаточно сказать, что у нее диагностика всегда выводится в цвете из эмодзи. Диагностика с эмодзи. Really. С эмодзи диагностика. Можете себе такое представить? Я нет. А автор может. Такая вот интересная вещь. С другой стороны, это реально мощная, продвинутая штука, далеко вылезающая за пределы PEP8, именно оформляющая ваш код в определенном стиле. Вот. Аналоги такой штуки могут быть еще самое простейшее, это AutoPEP8, который минимально делает установку, то есть переформатирует ваш код в соответствии с PEP8. Давайте попробуем. Вот. AutoPEP8. А, его надо поставить, да? Ну, тоже, кстати, не сильно слабая штука. Давайте также сделаем минус div, что там наш многострадальный RGQ. Ну, минус R тогда. Чего? Только не говори, что ты все переформатировал. Нет, это я переформатировал. Окей, вот, значит, видимо, у AutoPEP8 нету никаких претензий к моему этому самому. Вот, и чуть более толстая yet another Python форматер, у которого есть единственное важное отличие от всех других, он гугловый, то есть его чуть ли не сам Google в свое время писал, не знаю, как сейчас. Вот. И где у них тут куда сходить-то? Да, автор Google Inc. Вот. Естественно, на GitHub все это лежит. Сейчас найдем это место. Где же оно тут, блин? Почему-то они не опубликовали место на GitHub, но оно там есть, верьте мне. Ну, короче, есть он. Ладно, поищем так. Что за... Вот. Значит, он гугловый, он в активной разработке. Это еще один форматер. Он тоже довольно развесистый, как видите. Вот. И служит он все той же самой цели. Он превращает ваш некрасивый код в красивый. Вот. Что касается Блэка, у Блэка есть же волшебная фишка такая, называется Black Playground. Это фигня, в которой вы можете здесь вот вбить некрасивый код, а вот здесь получится красивый. Для вас. Такая вот удивительная вещь. Обратите внимание на то, что Black не входит вот в эту самую PQCQA. Это такое отдельное сообщество, в изрядной степени питанутое. Вот, как я уже говорил, они используют эмодзи и разноцветную выдачу даже тогда, когда это не нужно. Вот, то есть вот смотрите. Лес перестал быть цветным, в смысле div перестал быть цветным, а выдача сообщения осталась цветной с эмодзи. Тут еще эмодзи посередине, просто мой терминал их не поддерживает. Ну, короче, вот такие вот ребята волшебные. С другой стороны, некоторые любят покрасивше. Вот. Обратите внимание, что у Black есть интеграция в PyCharm, в WinGDE, в Vim, в Gedit, в Visual Studio, в Sublime, в черта лысого. Это к вопросу, ответ на вопрос Маркизио, да? Black умеет во всем. И эти вот другие тоже во все умеют, но, возможно, не так активно. Что еще можно рассказать про анализ кода?
А, есть довольно забавная, да, значит, еще одна штука, почему здесь не написано, еще одна штука, которую тоже я заставлю, которую мы тоже должен, я заставлю, которую мы тоже должны будем пользоваться в проекте, это оформление докстрингов. Вот, то есть докстринги должны быть к любому объекту, которому нужны докстринги в нашем файле, и pdocstyle не должен на них ругаться. В отличие от предыдущих форматеров и чекеров, которые вроде бы обеспечивают совместимость PEP8, pdocstyle обеспечивает совместимость PEP 57, который мы уже смотрели. Он достаточно простой, но у pdocstyle есть дополнительные интересные фичи. Он, например, умеет распознавать плохой стиль написания текстов. Вот. То есть он не любит, когда вы говорите several, another, какое-нибудь такое слово, которое ничего не значит. Вот. В общем, поэкспериментируйте с ним. pdocstyle тоже будет входить в наш этот самый. Ну, понятно, что в данном случае pdocstyle будет на меня ругаться, на чем свет стоит, потому что я ничего не задокументировал. Вот. Ругается, короче. Кстати, странно ругается, но хрен бы с ним. В общем, вот. Да, значит, это еще одно требование к выполнению курсовой, этой самой семестровой работы, которая будет применяться. Помимо этого, есть всякие интересные сканеры. Например, волшебный сканер Бандит. Он, кстати, кажется, должен стоять уже. Нету такого, ну, Python Bandit, да. А, ну хорошо. Вот, и некоторые похожие, которые сканируют ваш код на предмет именно реальных небезопасных конструкций. Давайте посканим бандитом все тот же argq наш страдательный сейчас. А он вообще есть? Или ему надо Python сказать? Так, бандит есть, да, argq. Нет, он сказал, что все хорошо с моим аргку, никаких претензий нету. Окей, а кого-нибудь еще? О, а вот в некотором модуле ZAP, не знаю, что он делает, он нашел одно security flaw. Вот, в строчке 24 стоит eval. Ну, конечно, там стоит евалка, еще бы бандит к нему не придрался. Вот. То есть этот инструментарий сканит ваш код, ваш исходный текст вашей программы на предмет каких-то insecure конструкций. Вот. Список insecure конструкций где-то тут опубликован, видимо, в специальном месте. Вот. Ну и там черным по белому написано, нельзя использовать eval, это несекьюрно, мы все это с вами знаем. А есть какой-то волшебный literal eval, который как-то по-другому работает. Ну, в общем, залезать туда мы не будем. Вот еще один сканер на этот раз. Да. Ничего не будет при Юпитер до тех пор, пока кто-нибудь из присутствующих мне не объяснит, зачем этот странный инструмент нужен. Вот. То есть я утверждаю, что Юпитер программисту не нужен от слова совсем. Юпитер — это такой калькулятор для дата-аналитика. Если вы меня переубедите и покажете, где в процессе разработки, который мы с вами изучаем в этом семестре, можно применить Юпитер, будем говорить дальше. Я делал 3 или 4 захода туда и так и не понял, для чего это вообще может быть нужно. Более того, я интервьюировал людей, которые с успехом пользуются Юпитером, и получил примерно такой фидбэк. Смотрите, говорят мне, когда ты не пользуешься Юпитером, ты должен выделять каждый код отдельную функцию, прямо функцию оформлять. А в Юпитере это просто фрагменты кода. Шмяк запустил один фрагмент, шмяк запустил другой. Правда удобно? Правда, неудобно, отвечаю я. Вообще-то дисциплина оформления кода требует оформлять фрагменты кода в виде функции. Ну и дальше по кругу. В общем, не знаю, зачем нужен Юпитер.
В принципе, в Юпитере все есть, кстати сказать. Всякие плагинчики к нему, и в том числе, разумеется, плагинчики с автоматическим форматированием, проверкой синтакса и так далее. Так, ptype. Еще один статический анализатор ptype, который пытается оценить, насколько вы перемешиваете типы, плохая ссылка, насколько вы перемешиваете типы данных в вашем питоне, даже безо всяких хентов. А, двоеточие тут надо. Вот. И, пожалуй, этот кусочек стоит закрыть уже известным нам проектом MyPy, который предназначен для разработки, для такой дисциплины разработки, где используется статическая типизация в питоне. Вот. И даже умеет компилировать бинарник, библиотеку, которую можно подгружать на основании этого. Потому что, кроме статической типизации и некоторых конструкций, которые недопустимы в случае этого дела, там ничего не работает. Вот. Да, так вот, значит, MyPy, поскольку это инструмент для поддержания консистенции именно статических типов, очень неплох в качестве статического анализатора на предмет, что у вас там с типами, с вашими хинтами, с вашими, значит, аннотациями творится. Вот. Понятное дело, что это далеко не всегда нужно, вот, но для больших, сверхбольших проектов, в которых надежность начинает рулить, как бы, ну, понятно, да, там, если огромное количество разработчиков и такая сложная дисциплина, то статическая типизация, она может очень сильно помочь. Хорошо, значит, тем не менее, я отвлекусь на некоторые бла-бла, на foolish consistency of the hobgoblin little minds, и скажу следующее. Никакой стандарт PIP8 или не PIP8 не является регламентом. Стандарт – это то, что стоит соблюдать, потому что несоблюдение стандарта приводит к неразберихе. Но мы всегда должны иметь в голове, что стандарт – это не цель, а средство. Средство чего? Средство коммуникации, средство social contracting. Исключения из стандарта всегда бывают. Когда люди начали писать PEP8, модуль проверялки синтаксиса, Гвидо пришел в ужас и написал целую статью. Это цитата из этой статьи, то есть точнее не так. В этой статье он цитирует Эмерсона, философа такого. Вот, значит, он написал целую статью как раз под названием «Hobgoblin of Little Minds», в которой критикуют святую веру в то, что полное следование стандартизации, то есть соблюдение полного consistency, полного совпадения, полной однозначности спасет мир. Нет, целью является не соблюдение полной однозначности. Целью является читаемость, коммуникация, да, вот это все. Вот. Есть три-четыре примера, четыре причины, это написано прямо в этой статье, когда не надо соблюдать policy. Не надо соблюдать policy, если от его применения будет хуже. Не надо соблюдать policy, если у вас в проекте принято другое policy. Не надо соблюдать policy, если у вас есть старый неподдерживаемый код, который не надо менять. И единственной причиной, по которой вы собираетесь его изменить, это его отформатировать, не надо этого делать. Да? Ну, еще там про старые версии питона, но это уже другое. Вот, три причины. Работает и не трогай. Вы имеете право принять свой собственный policy, неравный PEP8 вообще, если вы все так думаете в команде. Да? И если код можно сделать более читаемым с нарушением PEP8, делайте его более читаемым с нарушением PEP8. Исключение только подтверждает правило. Существует целая куча дисциплин более сложных, более глубоких, чем просто PEP8 на оформление кода. Вот они здесь перечислены. Мы с вами уже заглядывали в этот самый Black. У Black есть прям своя код style guide. Тоже не очень большая. Вот, в частности, где-то тут я видел, возможно, это не здесь, где-то тут я видел более разумный код стайлинг на оформление арифметических выражений, чем
более разумный констайлинг на оформление автоматических выражений, чем в PEP8. В PEP8, если помните, любое выражение должно оборачиваться пробелами. Вот. В действительности совершенно не обязательно. Если вы написали x в степени y, зачем здесь пробелы ставить? Или 2 в минус пятой степени? Вот если вы пишете сложную формулу, то там было бы неплохо наиболее высокие приоритетные операции писать без пробелов, а менее приоритетные как раз с пробелами, чтобы можно было быстро прочитать, что группируется. Вот именно так работает Black. Вот. Я не знаю, можно ли переключить на такой формат проверки Flake и все остальное, и там pylint. Надеюсь, что можно, но не факт. Такие вот дела. Значит, как я уже говорил, Black является не только чекером, но и форматером. Соответственно, вы можете просто взять и отформатировать ваш код, заблочить его. Давайте попробуем это сделать. Кого-нибудь, ну, допустим... даже не так сделаем. Black минус div. Минус d, значит. О! Да, ну давайте тогда сделаем так. cp. Вот еще одно свойство того, что вот эта утилита, в общем, питанутая. Ну, кто пишет программу так, что они по умолчанию, ты ее запускаешь, даешь ей на вход программу, и она эту программу на входе модифицирует. Знаете, что сейчас произошло? Она мне все переформатировала. Она даже написала all done, вывела черные эмодзи, они на самом деле ярко-фиолетовые. Вот. И, ну, короче, вот. Тем не менее, она проделала вот эти операции. И, как видите, расформатировала мою строку таким образом, что возведение в степень оказалось без пробелов, потому что оно наиболее приоритетное. Красиво. А здесь вот, например, все было с пробелами. Ну, вот. Такая вот штука. То есть, это как в случае с пипенвом. Многие считают, что это удобно, а меня иногда просто подгорать начинает при виде этой штуки. На самом деле есть еще куча всяких дисциплин. Есть целая книжка под названием Hitchhiker's Guide to Python. Она есть вот в том числе и в открытом доступе вся. Вот. Хорошая книжка, только немножко старенькая. А в остальном прям шикарная. Вот. Ну, в общем, вот. У нас осталось всего 10 минут, а у нас еще комментарии и аннотирование. Давайте мы начнем с важного, с комментариев, а потом подумаем, что про аннотации я ничего нового сказать вам не могу. Вот, помимо того, что есть документация по аннотациям простейшая в этом самом в Питоне, и есть куча разных policy, абсолютно не похожих друг на друга, и абсолютно таких местечковых по тому, как использовать или не использовать аннотации. А вот про комментарии скажу. Значит, смотрите, комментарии в Питоне – это, в общем, отдельная фича. Ну, начнем с простых вещей. Начнем с простых вещей. Комментарий описывает не что происходит в вашей программе или в вашем куске кода, и не как ваш кусок кода работает, а зачем он такой, то есть решаемая его задача, и почему он такой странненький, если он странненький. Это главный принцип оформления комментариев, если речь идет именно о комментариях. Да? Предполагается, что код на Python достаточно самодескриптивен, и писать отдельно еще раз, что этот код делает, это называется write everything twice. Сначала на Python, потом на английском или на русском, сокращенно wet. Ну и, значит, если есть wet, то есть и dry. Вот. Dry – это принцип don't repeat yourself. Не пишите в комментариях то, что вы уже написали на питоне, тем более, что питон – хороший, годный язык программирования, читаемый. А если вы написали на питоне нечитаемый код, то лучше перепишите ваш нечитаемый код в читаемый, потому что readability counts. Вот. И еще раз, да, не пишем, что сделано, не пишем, как сделано, пишем, зачем и почему. То есть причины и цели. Комментарии для этого.
Помним всегда, что комментарий – это код, текст, написанный для вашего соавтора, для человека, который будет читать этот исходный код. Да, читать этот исходный код и, возможно, вписывать туда еще что-то. Комментарий для этого. Помним, что в Питоне есть еще строки документации, которые для пользователя вашего кода, для вот комментарии для программиста-соавтора, а строки документации для программиста-пользователя. И все, что вы хотите сообщить пользователю вашего класса, модуля, функции, метода, вот этого всего, вы пишите не в комментарии, пожалуйста, а в строку документации. Тогда человек по пидокам ее посмотрит, автоматом сгенерит, там сфинксом сгенерит красивый HTML и так дальше. Относительно оформления строк документации у нас уже был небольшой разговор и была ссылка на PIP-257. Вот. И еще поговорим, когда будем говорить про техническое документирование, про сфинкс. Как правильно тут замечает Бибко, что если у вас код написан таким образом, что его невозможно без комментариев понять и невозможно упростить. Бывают такие случаи, но, в общем, если вы столкнулись с таким случаем на Питоне, скорее всего, вы не правы. Именно вы не правы, если вы написали на питоне такой код, который невозможно понять. Да? Ваша убежденность в том, что код на питоне невозможно упростить до читаемости, она, в общем, неверна. Питон специально так дизайнился, чтобы его можно было читать. Пример, который приводит Бибко Бива, это, скорее всего, пример из книги Фридла «Mastering Regular Expressions». И там на трех страницах, по-моему, на 16 страницах, регулярное выражение. Понятное дело, что регулярное выражение всегда нуждается в комментариях, потому что регулярное выражение – это такая write-only сущность, без комментариев ее читать практически невозможно. В отличие от кода на питоне, программа на питоне должно быть удобно читать на питоне. Все, что вы можете объяснить на питоне, вы должны объяснить кодом на питоне. Коммуницируйте через код как можно сильнее. Вот. Есть такой термин code smell comments. Это когда у вас комментарии имеют запах исходного текста. То есть, когда вы часть того, что происходит, переваливаете в комментарии. Не в состоянии написать хороший дескриптивный код на питоне, примазываете к нему комментарии. Вообще говоря, на питоне code smell – это плохая практика. Вот. Утверждается, что любой алгоритм можно написать на питоне нормально и прочитаемо, и максимум, что вы должны будете написать в комментариях из раздела «Что и как», это, собственно, сам сложный алгоритм. Вот. Такая вот интересный комментарий именно про питон. Вот. В инспекте, в стандарте питона, есть прям специальный функций под названием getComments, который выковыривает комментарии по какому-то очень старому полисе, еще с прошлого десятилетия, а может быть и позапрошлого. Короче говоря, комментарии, которые непосредственно предшествуют вашей определению функции или находятся в той же строке при определении переменной, ну, в смысле, при присваивании. Вот. Immediately preceding object source code or at the top of the Python source file, если это модуль. Предполагается, что такой комментарий относится непосредственно к вашему объекту, и вы можете его инспектом посмотреть. Если вы рассчитываете на то, что ваш код будет изучаться вот таким образом, то есть не только докстринги, но и комментарии имеют какое-то значение для человека, проглядывающего ваш код одним глазом, ну или использующего соответствующий инструментарий, ну вот можно пользоваться вот этим, вот этой дисциплиной, но это, повторяю, не догма. Вот. Тут надо вспомнить про то, что есть такой метод программирования, называется Literate Programming, придумал его чуть ли не Дональд Кнут, не чуть ли, а Дональд Кнут его и придумал, автор Библии для программистов, в которой разрабатывается идеология, концепт по-английски, да, разработки от естественного языка. То есть вы, согласившись с некоторыми терминами, сначала пишите описание того, что происходит в вашей программе на естественном языке,
А потом между комментариями вставляете реализацию этого описания на том языке, на котором вы пишете. Вот. Это довольно интересная тема. Особенно она интересна для языков программирования малочитаемых, то есть не самодескриптивных. Вот, например, язык программирования модельной машины Микс, кнутовской, на которой, собственно, написан практически все искусство программирования, кроме там последнего, что ли, тома. Да? Он, в общем, ассемблер, и поэтому малочитаемый. Понятное дело, что Descriptive Literate Programming ему прям показано. Еще одно место, где часто используется Literate Programming, это обратное, в очень сложных языках программирования, там в Haskell каком-нибудь, или в Python с соответствующими наворотами. Иногда пытаться распарсить и мысленно интерпретировать кусок, который написан перед вами, даже очень небольшой, это достаточно тяжелая мыслительная задача для этих интеллектуальных штангистов. Вот. И поэтому literate programming, то есть перевод на такой язык общий, вернее, даже не так, формулирование сначала все на общем языке, большой комментарий, а потом вставление туда маленьких кусочков на Haskell или на каком-нибудь страшном питоне инструменте. Вот. Это тоже хорошая идея. Literate programming. То есть программирование от комментариев как содержательной документации. Тут много всяких на этот счет размышлений. Мы как бы это всего пропускаем, потому что literate programming — это скорее такой концепт, который на практике разбивается, ну, хотя бы о том, что далеко не все программисты умеют нормально писать тексты на родном языке. Так вышло. Кнут умеет, а вот некоторые не умеют. Вот. Да, кстати, не ходите в русскую Википедию, там про literate programming написано какой-то, ну, в общем, туда пришел какой-то фанатик непонятно чего. Ну, реально, я не смог это читать. Вот. Но в остальном про комментарии, в общем, примерно понятно. Я попытался поискать в сети некоторые гайдлайны по оформлению комментариев более подробные. Ничего интересного не нашел, кроме вот этого противопоставления dry, wet и code smell. Вот. Ну, в общем, вот. Осталось 3 минуты, но я потрачу эти 3 минуты на какой-то личный опыт. Значит, личный опыт состоит вот в чем. Это, правда, опять-таки относится немножко не к нашей аудитории, а к моему преподаванию, например, в вечерней по математической школе при ВМК или там на первом курсе. То есть какие бывают ошибки, ну такие более или менее начинающие, связанные с дисциплиной оформления программного питания. Единственное, почему я про это сейчас вспоминаю, потому что, скорее всего, простые PEP-8-фикаторы не справятся с задачей это дело отладить. Значит, ну такой совсем ученическая проблема — это программирование в столбик, когда у человека алгоритм представляется просто в виде последовательности действий, которые он вычисляет. Вот. Иногда люди даже руками разворачивают циклы просто потому, что у них вот так в голова работает. Ну, конечно, это не надо так делать. Почему я это вспоминаю? Потому что если вы обнаружили, что вы программируете в столбик, написали там больше 5 строчек кода в столбик на питоне, задумайтесь, что-то здесь не так. Либо вы позабыли объединить в функцию какую-то стандартную операцию, и сейчас ее разворачиваете руками. Либо вы делаете в столбик множественное присваивание, либо что-то в этом духе. Программирование копипастой. Программирование копипастой – это когда у вас есть функция, вы хотите сделать похожую функцию, делаете Ctrl-AC, Ctrl-V или в Vim'е, значит, там Y-paste, вот, и берете, подправляете в этой функции какие-то кусочки, и у вас две функции, очень похожие друг на друга, только немножко разные. Значит, это программирование копипастой очень часто применяется в случае, если родным языком для человека был не Python, а какой-нибудь язык со статической типизацией типа Java и C++, причем C++ человек
скажем так, C++ паттерны, как они там называются, не паттерны, темплейты. C++ темплейты человек не осилил, и вместо темплейтов делает копипаст. Статическая типизация вообще провоцирует программирование копипастой, потому что вы берете один метод, копипастите, меняете там функцию, получается другой метод. Или меняете там функцию и подправляете, допустим, работу с данным типом. Бым, два разных кода. В питоне так делать просто нельзя. Или на крайняк. Нет, нельзя. Вообще программирование копипасты — это очень плохо. Это значит, что у вас получается код, у которого есть текст, у которого есть фрагменты, которые вы обязаны синхронно монтейнить. Исправили тут, а еще вот тут, вот тут и вот тут. Неудобно. Вот. Так что, если у вас есть позыв программирования копипастой, думайте всегда над тем, чтобы сделать базовую функцию и две обертки вокруг нее. Чтобы никогда не было, что один и тот же кусок алгоритма встречается много раз в разных местах. Лапша, спагетти-код. Спагетти-код — это ситуация, когда вы написали программу, и она вам кажется правильной, потом вы нашли ошибку, и вместо того, чтобы редизайнить ваш алгоритм, приделали костыль. И программа вам снова кажется правильной. Но вы нашли еще одну ошибку, приделали костыль, зафиксили это место. Потом перефиксили то место, в котором вы приделали предыдущий костыль, потому что новый костыль испортил старый костыль. И так вы наматываете логику на вашу программу, и в результате получается что-нибудь такого сорта. Сейчас я скажу. У меня даже есть пример, я его освежил для сегодняшней лекции, спагетти кода. Вот он. Вот эта программа, верите вы это или нет, это программа сортировки массива пузырем. Она работает, кажется, почти во всех случаях. Как такого добиться? Написать сортировку, понять, а это вот. Написать вот, понять, что мы вводим на off by one, на один меньше, и тогда на всякий случай проверить, что у нас меньше, и тогда ввести. Потом выяснить, что в результате мы сформировали массив на один больше, удалить один массив. Не массив, один элемент. Дальше мы начинаем сортировать. Опять у нас случился off by one. Мы проверили, что тут и минус один. Потом выяснили, что нет, у нас нет никакого off by one, и пришлось написать else. И несмотря на то, что эти два куска кода делают одно и то же, мы это оставили. Ну и так дальше, так дальше, так дальше. Спагетти-код — это ситуация, когда вместо того, чтобы, найдя ошибку в логике вашей программы, вместо того, чтобы изменить логику, то бишь делать редизайн, рефакторы, вы эту логику затыкаете исправлением. Спагетти-код протухает практически мгновенно, не делайте так никогда. Еще одна ситуация, когда у вас плохо ловится линтерами абьюз питона, это когда вы уверовали окончательно в том, что питон — это функциональный язык программирования, там есть все, что нужно для функциональщины, и решение программы, значит, выдача последовательности конвея, который say that loud, да, значит, давайте я его запущу, расскажу, что это такое, и нам уже пора заканчивать, но я все-таки покажу много смешных примеров. Ну, какой мы хотим, functional, да, вот этот. Вот, последовательность конвея, единица, две единицы, говорим, две единицы, да, вот смотрите, единица, одна единица, читаем это вслух, две единицы, читаем это вслух, одна двойка, одна единица, читаем это вслух, одна единица, одна двойка, две единицы, читаем это вслух, три единицы, две двойки, две единицы, ну и так дальше. Так вот, я специально написал программу почти как на Lisp. Она работает. Не пишите так. Вы это не прочтете. Python, несмотря на наличие всевозможных удобных функциональных элементов, с точки зрения чисто readability, чисто форматирования, не приспособлен для написания функциональных программ. Получится вот так. Кто прочтет, возьмите с полки пирожок. И последние две вещи я на этом замолкаю. Это, во-первых, недостаток питонности в ваших программах. Вот.
который бывает двух видов. Человек выучил Паскаль и теперь пишет на Питоне, как на Паскале. Вот вам, пожалуйста, такая же программа, которая делает то же самое, только написанная на Паскале Питоне. Так тоже не надо делать. Можно написать это в 5 строчек, не покажу как. Но можно. Вот. Тут прям можно увидеть, что мы игнорируем конструкции Питона, которые удобно использовать в данном решении, и используем старый добрый цикл, старый добрый то, старый добрый if, вот эта вся ерунда. То же самое относится к ситуации, когда вы не дочитали документацию по Питону или не прочли документацию по Питону, а пишете, как вам Бог на душу положит. Да? То есть изобретаете велосипед там, где есть бесплатный билет. Вот. И последняя тема – это магические числа. Магическое число – это, например, число 10 вот здесь, смотрите. Ну, это плохой код, конечно. Но и тем не менее. Нет, это плохой код. Сейчас, magic number. Сейчас попробую пример привести. Ладно, слушайте, у нас нет времени, давайте я на пальцах скажу. Что такое magic number? Почему no magic number это требование? Наверное, его даже надо перенести туда повыше. Магическое число – это когда вы используете константы в виде цифр, в виде чисел прямо в тексте кода. Допустим, у вас объявляется массив на 100 переменных. А еще у вас есть некое число, например, значение в процентах, которое не больше 100. И вы вот видите, в одном месте 100 у вас означает размер массива, а в другом месте 100 означает количество процентов. Потом вы говорите… А замени мне 100, пожалуйста, на 200, потому что у нас массив теперь 200 элементов. И внезапно у вас количество процентов тоже становится 200. Вот это называется magic number. Когда вы программируете, все числа, которые вы будете использовать впоследствии в коде, за исключением там числа 1, которое равно числу 1, а не равно там числу чего-то где в чем-то, должны быть заменены на дескриптивные константы. Значит, вопрос про перлы питонистов открыт. Мне кажется, что, к моему великому сожалению, прям вот очень обидно, но перл стремительно маргинализируется. То есть люди, которые на нем программировали, продолжают на нем программировать. Новых перл-программистов я не видел вообще в своей жизни. Вот. Да, значит, магические числа – это ситуация, когда мы вместо констант, вместо названий, дескриптивных названий используете константы прямо в коде. Это очень плохая идея. Все, я и так выжил лишних 7 минут. Значит, домашнее задание будет состоять в том, что в вашем семестровом проекте настроить какой-нибудь линтер. Я готов поручиться за Flake 8 и за Pylint, но Black выглядит тоже интересной штукой. Единственное, что имейте в виду, что вы должны, как это сказать, продемонстрировать автоматическую проверку вашего кода на отсутствие ошибок. Вот. Да. Другой сокращенец, все правильно, но просто я был занят вчера подготовкой лекций. Ответ на ваши вопросы это сложная, непростая, да, нельзя одной строкой отписаться, мне нужен хотя бы час. Вот будет у меня этот час, отвечу, возможно, завтра, хорошо? Да, совершенно справедливо, речь идет о том, что у вас, тут Маркизио спрашивает хорошее имя переменных, главное не использовать числа как числа. Число 100 не равно числу 100, 100% и 100 элементов массива это разные 100. И в вашем коде должно быть видно, что это разные 100. Вот и все. Вот. Еще вопросы. Если вопросов больше нет, тем более, что время у нас совсем-совсем убежало, тогда всем спасибо. Всем всего доброго. Будем надеяться на лучшее. Завтра у нас разговор про сеть в Linux. Вот, я к ней должен подготовиться. Потому что времени уже много. Ну и, собственно, все. Напоминаю, что для тех, кто будет сдавать семестровый проект, что мы уже начали делать семестровый проект, и сегодняшним домашним заданием будет
встроить в ваш проект ну, для начала ручную, но возможность проверки его на синтаксическую, на качество, на QA синтаксиса. Вот. Ну и все, значит, видимо, на этом всего доброго и до завтра.